да, я начинаю запись, пока люди остальные подтягиваются. Мы сейчас без слайдов пока тренируемся. Глагол to buy. Я покупаю одежду в этом магазине каждый день. Люция. Это у меня ступор. Я покупаю. А то как легко. Я покупаю. I buy clothes. Clothes. В этом магазине. In. В этом. Market. In this market. Ну, пускай будет in this boutique, там, например, каждый день. Every day. Нет, каждый день не получится. Сейчас я приземлюсь. Хорошо, мы скажем просто I buy. Окей, okay. Я купил, Денис, сейчас разгонимся. Я купил в прошлом. Вторая форма. I bought. Я куплю, Люция. I buying? Не, это будущее. I will buy. Я бы купил в дальнейшем, в будущем. Денис. I will buy. Ага. Я бы уже купила. Ага. I will first buy. I would have bought. Я бы имела уже купленным. I bought. I would have, я бы имела купленным. А все вместе? Yeah. Все вместе. Я бы уже купила. I will. Не вы. I would. I would have bought. Нормально. Мне надо купить. Денис. I need. Мне нужно. А давай скажем, я имею купить. Так будет мягче, чем нужда. Это как, знаешь, needy people туда-сюда. I have to buy. А если наоборот, то это, мне нет необходимости покупать. I don't have. В прошлом, да, это мы сейчас не говорим. I don't have to buy. Мне придется купить в будущем. Денис. I will have to buy. I will have to buy. Мне не придется покупать в будущем, Люция. I don't have to buy. Это нормально сказать, don't. У меня сейчас руки свободные, а в будущем не будет. Не-не-не, мы не говорим о прошлом. Мне не придется покупать. I don't have... Это в настоящем. А мне не придется в будущем. I didn't... Так разве это же прошлое? I won't. А, won't, будущее. Да, I won't. I won't have to buy. I won't have to buy. Как будто у меня на руках в будущем не будет никакой задачи такой вот. I won't have to buy. Мне надо было купить. Тоже ты? Куда ты делся, наш джентльмен? Денис? Значит, Люция. Мне пришлось купить в прошлом. I will. Нет, это не будущее. Ну, пришлось где? Разве там в будущем? Мне пришлось купить. I haven't to buy. Так, нет. Перед to buy не ставится haven't никогда вообще. Никогда. Мы только можем сказать I don't have. Я не имею такого. А тебе надо сказать, мне в прошлом пришлось купить или мне надо было купить? Просто представь себе свои руки в прошлом, на них была табличка такая вот у тебя в руках. Я имела купить. I will have. Уже сделано. Да, Герберт Уэллс нам бы позавидовал. Мне пришлось купить в прошлом. I had, я имела купить. I had to buy. Если наоборот, мне не было необходимости покупать. I didn't have to buy. Отлично. Ему надо купить. He. Он имеет. He. Has. Has to buy. He has to buy. А если наоборот, ему нет необходимости покупать.
Has didn't to buy. He doesn't have to buy. Doesn't have to buy. Ей нет необходимости покупать. She doesn't. She doesn't. She doesn't have to buy. Have to buy. Мне не было необходимости покупать. I необходимости. Haven't. I didn't have to buy. Мне придется купить. I haven't to buy. Нет, будущее. Мне придется купить. I will have. I will have to buy. To buy. I will have to buy. I will have to buy. Снова с нами. Так, Лимбо. А, микрофон появился, да. Хорошо, Денис. Значит, мне надо было, допустим, купить, Денис. Денис, слышно, да, нас? Денис снова с нами. Мне надо было купить, надо сказать. Алло, Денис, не слышно? Микрофон у тебя работает. Что-то, наверное, скорее всего, говоришь, а не слышно тебя, да? Ну, допустим, мне надо было купить. I had to buy. I had to buy. Отлично. Ей надо купить. She had to buy. Это в прошлом, да? А в настоящем she has to buy. She has to buy. But obviously there is some technical problem with Denise. I don't know. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Окей, okay. Ему надо купить, Денис. Он имеет такую необходимость. Он имеет купить. He has to buy. А как мы скажем наоборот, Денис? Ему нет необходимости покупать. He doesn't have. Вот haven't мы можем только о себе там, ну, о ком-то в зеркале отразить в минувшем. Еще не купил, там, haven't bought. А здесь он действует как обычный глагол. То есть я не знаю, I don't know, я не имею, I don't have. То есть, ну, хорошо, возьмем другой глагол сейчас. Допустим, например, мы возьмем to fix a problem. Ну, как бы починить проблему, что-то шатает, самый раз зафиксировали, и все окей. То есть, Люция, допустим, я решил эту проблему вчера. I fixed two problems. Нет, two problems, окей. Two problems. I fixed two problems yesterday. Я решил две проблемы вчера, хорошо. А если одну? I fixed that problem. Two problems. I fixed that problem yesterday. Я решу эту проблему через 5 минут. Денис? I will solve. Хорошо. Или I will fix. Может. Это как вариант. Что-то шатается, а мы фиксируем. This problem in 5 minutes. I will solve this problem in 5 minutes. I will fix this problem in 5 minutes. Окей. Okay. Мне не было необходимости решать эту проблему вчера. Тоже, Денис, ты. Мне не было необходимости. Я не имел такого груза. I didn't have. Я не имел. Ну, как будто у тебя в руках не было задачи такой. В прошлом. I didn't have to fix this problem yesterday. Oh, I didn't have to fix this problem yesterday. Okay. Мне придется решить эту проблему опять. Люция. Мне придется решить эту проблему снова. I have... Будущее забыли. I will have to fix problem tomorrow.
I will have to fix вообще все проблемы в мире. Не. I will have to fix this problem или that problem again. Again, again and again. Снова. Again. Я думаю, скоро, завтра. Там планы Сагинского. Again пишется. Как будет это? Again – это снова. Again пишется. Again читается. A-G-A-I-N. Again. I will have to fix this problem again. I will have to fix this problem again. Окей. Okay. Мне нет необходимости решать эту проблему сейчас. Денис. Денис? I don't. Have? I don't have. I don't have to solve this problem. I don't have to solve this problem right now. To solve, тоже еще слово такое, to solve, S-O-L-V-E, пишется, solve, yeah. Первая буква S, не поверите, как доллар, я сказал это. Окей, там одна буква S, да. To solve this problem, I don't have to solve this problem today. Допустим, ей нет необходимости решать эту проблему прямо сейчас. She doesn't... She doesn't this problem. She doesn't have to fix. To fix problem. Это. To fix this problem. This problem. Прямо сейчас. Ага. She doesn't have to fix this problem. Прямо сейчас. Right now. Right now. Хорошо. Денис, я бы решил эту проблему за $250. I will solve this problem. At при какой отметке на шкале цен? For. For это обмен просто. At при какой-то вот предлог будет at. At. I will solve this problem at. $250. $250. $250. I would solve this problem. Денис умный. Как? Какой Денис умный. Да. Денис знает, как решать проблемы за $250. Здорово. Окей. Я бы, допустим, я бы продала этот бизнес, но пока думаю. I will, это я в будущем продам 100%. Я бы продала. I would sell этот бизнес. I would sell that business. That business. Думаю. Но я есть еще думающий. I will. Я есть сейчас. Я еще в процессе, да? I am still, это от слова стиль, то есть затишье такое. Вот все еще, пока по-прежнему ничего не изменится. I'm still thinking. Я есть еще думающий. Thinking. I'm still thinking. Надо, чтобы не было так особо нам скучно, мы сейчас какой-нибудь... вопрос какие-нибудь позадаем. Окей. Допустим, где ты живешь? Денис. Where do you live? Yeah, where do you live? Live. Where do you live? Куда ты ездил вчера? Лице. Where did you go? Where did you go yesterday? Куда ты поедешь завтра? Where will you drive tomorrow? Нет. Завтра. Еще вот этот автомобиль. Все хотят такой автомобиль, да, чтобы во вчерашний день. Tomorrow. Да. Тебе надо куда-нибудь ехать сегодня, Денис, как мы скажем?
Ты имеешь такую нагрузку? Do you? Do you have? Do you have? Do you have to go somewhere today? Do you have to go somewhere today? Oh, do you have to go anywhere today? Тебе надо куда-нибудь ехать, да? Do you have to drive? Do you have to go? Хорошо. Тебе надо было что-нибудь, допустим, тебе надо было что-нибудь покупать вчера? Люция. Тебе. Do you? Did you have? Did you have to buy anything? Anything. Yeah, любая вещь. Anything. 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 Think. Think. Yesterday. Любая вещь. Anything. Anything yesterday. Did you have to buy anything yesterday? Тебе надо будет что-то покупать завтра, Денис? Как мы скажем. Вопрос о будущем всегда через will, да? You will. Наоборот. Will you? Will you have to buy something tomorrow? Will you have to buy anything tomorrow? Про любую вещь спрашиваем. Anything. Will you have to buy anything tomorrow? Можешь повторить, да? I will to buy anything will, tomorrow. Will you have to buy anything tomorrow? Okay. Допустим, откуда ты знаешь мой номер, допустим, как мы скажем, Люция? Откуда? Каким образом? Как? How? Не географически вот из этого шкафа там или из того города. Просто каким образом? How? H-O-W. How? How very? How do you знаешь? How do you very? How, не, very ты не знаешь. How do you know? No. И все вместе. How do you know? How do you know? Мой телефонный номер. My phone number. My phone number. My phone number. Phone number. 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 Пишется number, читается number. Окей. Через Юда. How do you know my phone number? Откуда вы знаете мое имя? Там звонят какие-нибудь чуваки, пылесосы продают. Денис. How do you know? How? How? Не, know не читается. No. How do you know? How do you know my name? How do you know my name? Окей. Допустим, как я узнаю, что ты уже приехал, Люция? Yeah. Have, how? Have, how это половина. How? How I know. How will I know? Как? How? Это же о будущем вопрос, да? Как я узнаю? How will how? I know? How will I know? Откуда еще я буду знать? How will, how will I know? How will I know? Will сам перед главной фигурой I, и получается how will I know? Как я буду знать? How will I know you have come? We meet. You have come. Хорошо. Откуда он знает это? Денис, как мы скажем? Откуда он знает это, вот тот человек? How does he know this? How does he know this? Окей. Okay. Откуда она знает это, Люция? How knows how does she? He? How does she know? How does she know? How does she know that, например? How does she know that? Откуда она знает? Ну, это значение то. Окей. Теперь, ты занят, как мы скажем, Денис? Есть ли ты занят? Являешься ли ты занятым? Are you? Are you busy? Busy. Are you busy? Are you busy? От слова business. А то был бы у нас business. Ну, хотя у нас и так business. Иногда. Окей. Okay. Are you busy? А теперь, ты будешь занят завтра, допустим. Ты будешь занят завтра, Люция? Are you... Ну, можем и так. Являешься ли ты? Are будешь, you? Will you be? Are you? Will you be? Will you busy? Нет. Ты будешь, а потом занят. Will you be? To will be, you be? Will you be busy? Busy tomorrow?
You will be busy tomorrow. Okay. Хорошо. Ну, их вопросы. Поехали дальше. Я бы хотел купить этот автомобиль. Денис. I would like to buy this car. Хорошо. Я бы не хотела покупать этот велосипед. Люция. I didn't... I wouldn't. Я бы не... I wouldn't so, like... I wouldn't like. I wouldn't like to buy this. To buy this car. To buy this велосипед. This bicycle. Как? Bicycle. 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 Или bike. Bike. Просто bike. Bike. Bike — это такой велосипед любой. А motorbike — это уже будет этот. Ну, иногда просто называют с двумя колесами, просто по скромности своей байкеры называют байками. А так мотор-байк. Хорошо. Я не покупал никакие сладости вчера. Денис. I didn't buy any com. Any sweets? Sweets? Any sweets yesterday. All right. Я не покупала никакого шоколада вчера. Chocolate. Люция. I didn't. Didn't не бывает. I didn't. Didn't. I didn't buy two chocolate yesterday. Почему two? Почему две? Ну да, на одной не хватит. I didn't buy any chocolate yesterday. Any chocolate. Any chocolates yesterday. Chocolates yesterday. Okay. Я еще не... Да, в общем, я еще не был в школе сегодня вечером. Так будет. I haven't been. Я еще не имею побуду. I haven't been to school tonight yet. Tonight yet. I haven't been to school tonight yet. А кто у нее? Да, правильно все. На этой неделе я еще не была в той школе. I didn't... Не-не-не, эта неделя еще только началась. Вот понедельник, вот даже еще до воскресенья не можем сказать. This week... I don't. Давай скажем, I haven't. Я не имею пока... Вот пока я иду по этой неделе... I have еще... don't... I haven't been... I haven't been... Yeah, I haven't been. Я не имею побытым. This week... This week I haven't been to that school. To that school? В этой школе. Ну, в той школе, которая... Допустим, хорошо. Допустим, мы скажем, вчера мне не было необходимости идти в школу, потому что было воскресенье. Денис. Это не это, ты там не гуглом. I didn't have. Нет, там не было такой нагрузки. То есть вчера мне не было необходимости. Yesterday I didn't have. Вчера я не имел идти в школу. Yesterday I didn't have to go to school. Because it was Sunday. Because it was Sunday. Very, very nice. Yesterday I didn't have to go to school because it was Sunday. Допустим, Люция, вчера мне не было необходимости, например, идти на работу, потому что было воскресенье. Я понимаю, что воскресенье самый prime time день, конечно, бывает. Yesterday I didn't have to go to work. To work. Потому что оно было воскресенье. Because. Как? Because. Because, это потому что. Because оно было. Because. Because. It was. It was. Оно было. Sunday. Sunday. Because it was Sunday. Yesterday I didn't have to go to school. Yesterday I didn't have to go to the office because it was Sunday. To go to work because it was Sunday. Okay. Допустим, мне придется прочесть эту книгу на английском. На английском. Денис? I have to read this book в английском, да, вот как бы бабалочка английского.
по Англии, книга по Англии, по теме Англии получилась. I have to read this book. Мне надо прочесть эту книгу. On English. По поводу английского. Книгу по английскому. А просто книга на английском. Она не по английскому, на самом деле. Не по теме английского, но она на этом языке. In English. In English. In English. Окей. А теперь будущее немножко подправим. Значит, мне придется, да? Мне придется прочесть. А если мы скажем, мне надо прочесть, I have. Я действительно имею сейчас этот груз. А в будущем придется иметь, I will have. То есть, I will have to read this book in English. I will have to read this book in English. Можешь повторить, да? I will have to read... To read. To read by... iBook. To read this book. To read this book. Speak English. In English. In English. In speak in English. I will have to read this book in English. Так, я не успел, можно ли запись? Пускай заходит. Так, заходи. Сейчас. Танжела is calling. She says, can I have the recording? Can I have the record? Well, but the record hasn't been recorded yet. It's not complete yet. But she will probably join us. Она, возможно, присоединится к нам. To join, присоединяться. Дороги, да? She's on her way home only. Okay. Так, сейчас. There will be a record. There will be a record. Будет запись. Там будет запись. All right. Так, давайте посмотрим, как нам, значит, быть завтра. Завтра у нас... Вам удобно в это время? Что? Вам в это время удобно? Мне, да. Да. Ну, да. Мы тогда завтра... Олег, про 100 уроков там что говорил? Там в Фейсбуке, что ли? Да-да-да, это группа, где есть 100 видео... Я вам, значит, тут вы только называйтесь такими именами, чтобы я вас узнал, потому что группа платная, это чтобы я вас спустил, так, чтобы никто не перепутал я никого. Ну, там вроде была такая ссылка, да? Да, что-то было, некогда было смотреть. Ну, я продублирую сегодня. Именно что, заранее тебе сообщить надо, как Тома? Ну, не то, что заранее. Там обычно приходит запрос, что там такая-то, такой-то хочет присоединиться к группе. That person, that lady or that gentleman wanna join the group. Там интерфейс тоже английский. Я пускаю, и вы находите медиа, видео, и там порядка 105 видео там есть. Мы также этих туда накидаем скоро, видео, которое у нас уже есть. Ну, мы умеем многие вещи делать, но еще пока не разработали это все. Да. А вот то, что мы сегодня говорим, вообще, когда говоришь, вот когда на доске пишешь, оно больше всасывается. То есть, в следующий раз используем доску, да. Но мы пробуем от нее оторваться, поэтому мы сегодня попробовали. Как образное мышление развивать. Потому что слова на доске, они идут слева направо, а мысли наши идут то вперед, то назад, то в зеркало бьются, там, I would have done, например. Yes. Вот нам надо всем этим владеть, каждой траектории. Еще подготовлю для вас слайд такой на завтра, он будет интересно обыгрывать все пути, всех событий. До меня еще не доходит вот эта связка. А какая? Сейчас как раз время для задать вопрос. То, что мы сейчас вот повторяли, вот связка. Вот все равно вот это doesn't, didn't. Так это просто на самом деле doesn't и didn't. Это не делает и не сделал для отрицания действий в настоящем кого-то третьего и в прошлом. Для меня don't, для тебя don't, для них don't, для него одного doesn't, для нее одной doesn't.
для нее, для чашки doesn't, допустим, it doesn't trouble my lesson. Она не, как бы, не делает из моего урока там, как говорится, ничего плохого, не мешает. Вот. Денис Волков. Ага, Денис Волков. All right. That's great. Очень здорово. Ты сейчас не один с такой фамилией, кто у меня занимается. Реально. И даже у меня два человека еще с такой фамилией, совершенно друг друга не знающих. Да, это здорово. Хорошо. Тогда завтра вам удобно в это время? Ну, давайте в это время. Завтра. Нет. Хорошо. All right. Удобно, да, Денис? Окей? Okay. Yes, yes. That's good. Then see you tomorrow. See you everybody tomorrow. And maybe we'll see Yulia and Lilia and all that stuff of our groupmates. Bye-bye. See you.